Сегодня вот мы по такому хорошему поводу собрались. Службе занятости Краснодарского края 30 лет. О том, насколько нужна эта служба, мы знали, догадывались, но особо вот столкнулись, я хочу сказать честно, вот в этот непростой период пандемии, когда вы занимались большой работой и по регистрации людей, которые остались без работы, и большие были выплаты населению, поддержка те люди, которые не работали. Ну и ваша повседневная работа по поиску, подбору для людей работы, потому что как ни крути, мы все живем, мы все должны работать, и поэтому где-то подсказать людям, обучить, это все, этими всеми вопросами занимается ваша служба, поэтому мы оцениваем ваше значение. Очень приятно, что у нас на территории работает хороший, высококвалифицированный коллектив под руководством прекрасного руководителя, депутата районного совета Валерия Ивановна. Я хочу сказать, что от людей мы слышим только благодарность. У вас, слава Богу, все там отлажено, налажено, людям помогайте.